Будьте уверены, это боец. Последователь знаменитой Диабло, Ламборгини Мурчеллаго, появился в 2001 году. Ламборгини твердо хранит верность традиции давать своим автомобилям имена быков, прославившихся на корриде. Мурчеллаго — это имя бойцового быка, который в 1879 году выдержал на арене 28 ударов мяча Матадора. LP640 — это обозначение положения и мощности мотора longitudinale posteriore, задний продольный, мощностью 640 лошадиных сил при 8000 оборотах в минуту. Автомобиль способен развивать предельную скорость 340 км в час. Разгон от 0 до 100 км в час занимает 3,4 секунды — рекордные показатели для машины такого размера. Автомобиль получил обновленные передние и задние бампера и боковые воздухозаборники, открывающиеся при необходимости охлаждения двигателя V12. Выхлопная система встроена в задний диффузор, а воздухозаборник слева увеличили и снабдили масляным радиатором. Преследуем серебристый Aston Martin по Coral Bay Drive. Ехал с дороги и двигается по бездорожью. Перехватчик, получен запрос подкрепления от патрульной машины. Займитесь им. Мы на Fairview Road. Преследуем Dodge Viper. Нарушитель крайне агрессивен и уже вывел взгляд на патрульную машину. Принято. Перехватчик в пути. Соблюдайте предельную осторожность. Еще раз.
следующим. Пагани, зонда Чинкуэ. Подтверждаю, нарушитель превысил скорость. Необходимо подкрепление. Подтверждаю, патрульная. Перехватчик пути. Центральная разрешает использование любого снаряжения во время операции. Используйте что угодно, только остановите его. Машина нарушителя остановлена. Прекрасно, поздравляю. Dodge Viper SRT10 American Club Racer 2010 года отбил рекорд круга для автомобилей, разрешенных к эксплуатации на дорогах общего пользования в гонке Laguna Seca у экзотического прототипа, построенного в единичном экземпляре. Время круга составило 1 минуту 33 секунды 915 тысячных. Подходящий финал для этого поколения Dodge Viper, производство которого закончилось 1 июля 2010 года. В этом модифицированном и тюнингованном для выступления на гоночном треке Dodge Viper SRT10 ACR используется гоночный демпфер и амортизаторы, а также многие аэродинамические и легковесные компоненты. Широкое антикрыло способно обеспечить прижимную силу 453,5 кг на скорости 241 км в час. Напористый характер Dodge Viper SRT10 дополняют клыкастый передний сплиттер, заднее антикрыло, разработанное Computational Fluid Dynamics, и окрашенные колесные диски Sidewinder. Подразделением. У нас чрезвычайная ситуация в Окмонт-Вэлли. Не хочет останавливаться. Машина все еще на ходу. ЭМИ включен. Наведение на цель. Машинам разрешаю использование ЭМИ. Повторяю, используйте ЭМИ. Конец связи. Thank you.
Центральная, всем подразделениям. Запрошено подкрепление на Карсон Ридж. Всем подразделениям выйти на связь. Чрезвычайная ситуация.